Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Сегодня я придумал какой-то не совсем обычный формат. Настроил свои такие мониторы и видосы. Вот. Мы пройдем в небольшую экскурсию по месту моего обитания. Уже вчера были такие запросы ВКонтакте. У меня появился поклонник, который сказал, что теперь он смотрит все мои видео и ждет. Это уже для меня много. И мы начинаем показывать. Я придумал некое устройство, которое держит телефон. То есть не то, чтобы я придумал, но тем не менее. Смотрите, как я делаю теперь. Потрясающе совершенно придумал я девайс. Посмотрите. Это я из Китая заказал на AliExpress. Значит, вот я, и это паук такой, он скручивается по-всякому. Я вообще на самом деле пытался его давно уже настроить. Но вот только сейчас удалось. Смотрите, телефон можно сунуть или так. И он вниз как бы смотрит. Я импровизирую, я не придумываю. На, прямо абсурдоперевод можно сделать. Или его можно сунуть так. Тогда он будет у нас работать вот сейчас, вот прямо в трансляции. Или вот, например, меня сегодня пригласили в передачу «Стати» с Пивакова. Я сам еще это видео не посмотрел. Вот эти да, увидел. Я Карина Ивановна. Павел, я хотела спросить, а для вас возможно съемка 8 числа? Это 16 часов? Мне все равно. Я 10 не могу, этого могу. Поняла. Сейчас, секунду. Я открою календарь. Сейчас открою. Посмотрю на него. Значит, меня вот просили что-то на 12-е. На 13-е. Или 8-го, или 9-го. Ну, подходит отлично. Кстати, 8-е воскресенье вообще свободно. Всегда. Да, замечательно. Ага, хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Хорошо, да. Всего на связи. Спасибо. Да, вот видите, иду, кстати, с Пиваковой 8 числа на съемку. Ну что, давайте экскурсию начнем. Я сейчас, кстати, вышел в эфир. Все-таки с телефона, и здесь у меня 4К. Нельзя не отметить, что я долго этот телефон ждал, выбирал. Это у нас Leica объектив. Уж не знаю, насколько он там для мобильного телефона хорош, но тем не менее, в общем и целом, он прекрасен. Просто прекрасен, ну вы же видите. Так, значит, поехали. Я беру телефон в руки, и мы идем дальше. Значит, смотрите, маленькая экскурсия по моей стене. Наверное, нужно включить какую-то музыку. Давайте мы это сделаем. Сейчас, а к стене мы еще вернемся. Музыка. Где у нас музыка? Вот это мой такой рабочий стол. Так это я примерно работаю. А, ну вот, собственно говоря, у нас в другом мониторе. Значит, мы идем туда, где у нас есть музыка. Музыка моя. Уж извините. И что мы тут видим? Ну, давайте дважды двойной включим, пусть он играет. Это у нас запись будет. Из Риги. Ну, так поехали. Thank you.
маленький натюрморт. Я навел порядок первый раз за много лет. Конечно, свечи это пошло, но что теперь делать? Были свечи. Я документалист. Я режиссер. Ой, вот это мой любимый девайс. Это тот самый прибор, который я сломал, потом купил донора, разобрал до винтиков и собрал. Вот он, волшебный. А здесь вот есть из моей старой квартиры очень много. Например, дверь. Это дверь произведения искусства моего, то есть не моего, а Сереги. Ну, его тоже. Серега, мой прораб прекрасный, которого я фотографировал. Вот он делал на Масловке в моей старой квартире вещи из пробки, если кто-то помнит. У нас была пробка. Но пробка, знаете, сушит, поэтому я решил, что надо отказываться. Здесь у меня нагромождение шкафов, незаконченный ремонт. Я вам скажу, я стал покупать гранатовый сок свежевыжатый в магазине нашем на Соколе. Если 3 литра брать, по 1500 рублей. Они еще дают какие-то гранатовые корочки. Вот он, сок какой. Это абсолютно не то, что в стакане и в банке. Моя Библия и мои прекрасные наушники, которые я очень полюбил. Sennheiser, 4-е Sennheiser, которые стоят не так дорого, но они прекрасны. Прекрасно звучат и хорошо в ушах. Это мой любимый торшер со старой квартиры, естественно. И диван мой, который был сначала оранжевый, кожаный. А теперь вот он такой. Он очень хороший. Я на нем сплю иногда. Тут беспорядок из пластинок вчерашних. Колоночки мои полные. Прекрасные. Это маленькие. Там есть большие. Такое у меня рабочее место. Есть обогреватель. Если что, то все работает. У меня совершенно волшебно за окном. Это поселок художников, который на Соколе. У меня солнечная сторона, и тут круглые сутки солнце, и можно какие-то растения выращивать. Тут, конечно, шумит немного улица Алабяна, но я люблю этот шум города. Балкон у меня большой, но я его еще не прибрал. Сейчас послушаем что-нибудь из этого. Тут у нас тоже инсталляция. Вот эта картина приехала из Новосибирска. Неизвестный никому художник, но я ее так люблю. Я гулял там где-то под Новосибирском, в районе Академгородка. И были такие речки, я там рыбачил. Я помню, я ловил рыбу под названием чебак. Чебаки. Понимаете? Чебаки. Вот. По-моему, это очень красиво получилось. Здесь у меня будет в нише рояль. И будем делать концерты. Такую майку мне подарили девчонки из ансамбля «Классика Плюс». А на фестиваль «Дух огня» я недавно ездил в жюри. А там сейчас дикий скандал из-за нашего победителя. Колоночка «Тоной». Называется «Дуал Концентрик» такой динамик. Потом. Ну что, еще раз инсталляция. Надо палку зажечь.
нет, не горит. Все, порядок полный. Такой красивый вентилятор. А это вот мое любимое место. Здесь такая весенняя история начинается. Вот я сижу так на кресле на своем кожаном. И все у меня в полном порядке в этой жизни, господа. Вот причина, по которой я так активно сейчас начал все делать, выкладывать, транслировать и прочие вещи. Понимаете? Чувство острого счастья охватило меня, несмотря на то, что это дико пафосные слова. Это я импровизирую. Я ничего не придумывал заранее. По-моему, прикольно получается. Мне сегодня говорили, что у меня непрофессиональные ролики, надо обратиться к профессионалу. А мне кажется, я научусь быть профессионалом. Ой. Фу, закружилась голова. Добро пожаловать, друзья. Все хорошо. Вирус закончится, жизнь вернется, и наступит весна. Побалуемся. Ой, сейчас все упадет. Так, да, для справки я сделал баннер. Ой, сейчас вам покажу его. Только задом наперед. Сейчас я переверну. Переверну, вот. Запомните, друзья, тоналист П. Карманов, Mail.ru, 916-691-1105.